Русский солдат не может умереть, не выполнив приказ. До тех пор воина не берет ни пуля, ни огонь, ни чума. Я смерть. Я пришла твоего бойца забрать, старшина. Не отдам. Не было такого приказа. Врага бери. И в эти часы отступает смерть, довольная тем, что ей хотя бы врага подарили. И падает враг, изумленными голубыми глазами, выхватывая напоследок у жизни огневое зарево санцепека в небе ночном. И знает смерть, что придет она и за тем, кого сейчас брать старшина не велит. Но это случится позже, когда выполнена будет боевая задача и прозвучит приказ вольно. Тогда, рогатая, приходи. Забирай солдатское холодное тело. Все равно уже вылетело на волю, повинуясь приказу душа сквозь дыру в груди размером с Россию. Пожалуй, лучше Андрея Платонова об этом никто не скажет. Войско тем и живо, что в смерть не верит. Смерть она полагается только врагу. А нам нету смерти. Ни шагу назад. Держать строй. Приказа умирать не было.